Мы идем в парк. Сегодня день защиты детей. Да. И когда мы шли, мы зашли в магазин и купили такие. А ну покажи. С арбизами. Угу, классно. Ну засыпайте арбизы. Влезу. Желтый. Стеклянный? Да, стеклянный. Мари, не рассып. А, надо было сначала лизнуть. А может вообще арбизы не надо в лизу влаживать? Или надо? Пока столько. Да, ты все не влаживай ничего, потом воду кинешь, они здоровые будут, такие арбизы. Давай. Ай, падают арбизики. Глянь, королюшечка, упали арбизики. Так, мы засыпали лизуны. Ой, арбиз в лизун, показывай, что получилось. Растягивай. Чем бы дитя не тешилось, да, лишь бы не плакало. Ну что, пойдем? Каролин, показывай свой лизун. Что, идем в парк? Да. Ксюша, Ксюша, подключи меня! Где вы? Я говорю, наши старые аттракционы лучше, чем новые сейчас. Чего ты боишься? Ленька, классно.
вперед. Камила за борт или за руль, что тут? Как червяк в твоей игре, да? Как червяк в твоей игре. На планшете. Опа, поехали. Классно! Ага.
побежи, бегай. Тишина, тишина, а вон лабиринт, смотри. Смотрим. Ага. Угу. Молодец. Давай ты прыгай, я пойду Камилочку поснимаю на этих, на тренажерах. Хорошо? Другой стороной, наверное, отжиматься. Вот так, Камил. Вот так. Аккуратно. Бабушка, дай салфетку. Качеля бомба. Пока-пока. 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 И будет заходить новое направление видео. Пока-пока.